Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi A4. Ремонт переда. Капот с другой машины, но тоже гнутый. Крылья капот из металла, поэтому их буду ремонтировать. Начну с капота. На этом этапе ремонт капота останавливаю. Доделаю его, когда сделаю крылья. А теперь подтяну верхнюю часть лонжерона, чтобы совпали крепления. Вот теперь все гуд. Приступаю к ремонту передних крыльев. Подровнял крыло, установил фару, сделал нужную форму капоту и теперь могу его закончить. Равнять буду при помощи споттера. Работа с металлом закончена, отровнял два крыла, капот. Теперь устанавливаю фары и бампер. Установил бампер, фары, зазоры в порядке. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина вернулась с покраски. Собираю ее. We'll be right back.
Машина собрана, и на этом ремонт закончен. На ремонт ушло 7 дней. 2 дня работа с металлом, 5 дней покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!